28 июля прошло очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Под председательством главы Десногорска Андрея Шубина на совещании обсудили актуальное эпидемиологическое положение в Атомграде. Так, по данным Роспотребнадзора, суточный прирост заболевших за 28 июля по области – 18 человек. В Десногорске уже не первую неделю по-прежнему 136 заболевших. Отделение, которое у нас располагается в родильном доме, на этой неделе планируем выписать всех пациентов и будем готовить перевод родильного отделения на свое место. С окончанием особых эпидемиологических мер в полном объеме возобновят работу детская поликлиника и женская консультация. Также начнется диспансеризация взрослого населения. Но так как указ губернатора продлен до 3 августа, то все мероприятия направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в городе будем продолжать до 3 августа. При нынешнем благоприятном развитии эпидситуации с 3 августа начнут свою работу культурные и спортивные учреждения, рестораны, кафе и прочие ныне не работающие предприятия.